24 апреля православные христиане отмечают Светлое Христово Воскресение. Пасха – главное событие года для православных христиан и самый большой православный праздник. По важности благодеяний, полученных нами через воскресение Христова, Пасха, по словам Григория Богослова, праздников праздник и торжество торжеств. Он столько превосходит все торжества, даже Христовы и в честь Христа совершаемые, сколько солнце превосходит звезды. Христиане, празднуя Пасху новозаветную, торжествуют избавление через Христа всего человечества от рабства дьяволу и дарование нам жизни и вечного блаженства. Как крестной Христовой смертью совершено наше искупление, так Его воскресением дарована нам вечная жизнь. Пасхальная заутреня в Святогорской лавре начинается в полночь. Торжественным крестным ходом монашествующие и паломники с зажженными свечами и пением стихиры «Воскресение Твое, Христе, Спаси» встречают воскресшего Спасителя. После пасхальных часов начнется божественная литургия святителя Иоанна Златоуста. По окончании литургии освящаются праздничные приношения всех молящихся.